товарищ. И все остальные. Раз. Раз существует Министерство внутренних дел, значит, существует и преступность. Раз существует преступность, значит, существует и Министерство внутренних дел. Сегодня преступность существует лучше, чем Министерство внутренних дел. Сейчас в среднем по стране опасно выходить на улицу с без 15:08. В среднем. В крупных городах опасно выходить без 28, без оружия. В мелких городах и деревнях лучше с оружием, но вообще никуда не выходить. Преступность сейчас удалось стабилизировать. Даже когда перевели время на час и думали, что будет опасно выходить без 15:09, грабить продолжают с без 15:08. Это хорошо. Вообще, надо сказать, работаем в тяжелейших условиях. Вот был случай. В упор среди бела дня застрелили одного банкира. Киллера схватили на месте. Он признался сразу. Так и сказал. Это заказное убийство. Его отпустили, конечно. Они все равно все нераскрываемые. Нет доказательств. То есть знаем, кто, где, когда, имеем отпечатки пальцев, съемки скрытой камеры, показания свидетелей. Доказать ничего не можем. Знаем, куда ведут нити. И знаем, кому. По именам. Вы их тоже всех хорошо знаете. Вот еще случай. Один высокопоставленный чиновник теряет большую сумму казенных денег. Даже скажу точнее. Один очень высокопоставленный чиновник теряет очень большую сумму очень казенных денег. Кстати, недалеко от Министерства внутренних дел. Что смутило сразу? Деньги он теряет в Москве,
а находит их в Цюрихе. Потерял он их на улице, а нашли их в банке. Потерял в 96-м году, а счет в банке открыт в 93-м. Не за что зацепиться.